Саша все убрал, притащил корыто от Сереги и будет замешивать тесто, бетон делать. Ну, опалубку, сказал, будет оставлять, чтобы оно же не разъезжалось, а чтобы оно было аккуратно, как столбики он делал. Видите, как аккуратненько. Все. И так вот краюшек и будет такой. Хотя его не видно будет. Сверху же будет лист идти, получается, по низу. Ну, снаружи его не видно. Вот только внутри видно будет и все. Ну, вот это бетон этот. Ну, да. Да, ну все равно... Не, ну, наружу будет выступать. А, выступать будет, да? А, чтобы металл стоял на бетоне, а не на земле, да? А, понятно, да. Ну, не сильно, Саша, чтобы меньше. А что ты не одел сегодня колени? А, ты уже вот засыпал. Вытяну. 500-ю марку Саша берет от цемента. Быстрый хлопец помогай. Видите, как он сделал? Железные штучки положил. А из чего это, Саш, дай бог? Да, ну, там полочка была. А, точно. Вот тут полочка стояла, да. Видите, как? И теперь он будет держать. И теперь Саша делает опалубку. Так, ну что, выставил Саша опалубку. Тут уже миллиметр медицинская. Это очень. Да, вижу, вулкан делаешь. Там не пропитается. Ты прямо замешиваешь тесто, Сань. Ну, ты ж с тестом на «ты». А что, это имеет значение, Саша, что не буду? Ну, или лопатой маслать, или она саму. А, ты чтобы масло... Я на сухую переколотил. А, там щебенки нема в тебе. На тебе... сухую ж легче мешать. Правильно, ты сухие соединила. Все теперь. Пропитается. А щебенку, когда ты будешь добавлять? Потом, да? Видите, какой секрет. Сейчас пропитается, что бока влажные начинают сдавать. Ну, это точно как тесто, Сань. Собираешь таким этим и делаешь углубление, и потом. Все, сейчас Саша замешивает раствор. Не-не, я даже не подхожу до опалубки. Миллиметраж. Я говорю, зачем? Оно все землей присыпется, не видно будет. Ну, таке вперте, понимаешь? Ему надо, чтобы оно все было цигаль-цигаль. Ну, все сделал. А что ты не покидал? Там еще куча вот такого говна. Не хочешь? На металлолом сдаси, да? Время не подошло. А, время не подошло, да? Ну, все. Вот это увидели. А так хорошо, вот это сарай посмотреть, дом как перекрывали. Вот это видео так хорошо, что возможность есть вспомнить, как оно было. Потому что после того, как ты сделал, уже не верится, что такое было. Ну, це сравнительно еще, знаете. А то тут еще будет эпопея, ребяточки. У нас тут наверху будет плиточка лежать. То это будет еще эпопея та, да, Санечек? Улыбается. Улыбается, сидит. Да, легко. Легко. Я возьму клей. Почитаю, я его сделаю за полдня. Посмотришь. И все будет чики-чики. Ты вон посмотри. Стол, Саша, за сколько денег. И плитка положена там неровно. Так что мы решили как на то... Кто-то сказал, что даю деньги сделать. За дешевле ты не завязалась бы делать. Плитку делать. Ну, каждый на своей работе, Сань. Да. Якби оце вот так хтось робив, як оце ти робиш, сказав, та горі ти пропадом, відро налієм води, та будем в відрі мити руки. Вот так. Вот так-то классно, бачиш як? Тут можна, надо буде крючочки приварить і туди тряпочки вішати. Хоп-хоп, або сеточки якісь на цей столбик. А я потім на мусор всіх. Ні, на мусор не треба. Це що ж ти будеш, от я повішу ти на мусор. Так, ну що, следующий етап це вже буде забітання. Ну це сьогодні, це все сьогодні. Ну що, все, Саша, видите, все закінчив. Саша, я знаю, что когда делают под забор фундамент вот этот, только деревянные дощечки поставить, мастера, берут 30 гривен. Сколько твоя рештовка будет стоить, да? Даже 3 миллиона. 3 миллиона. Видите, как красиво он сделал это все. То есть это пол, как в сарае, как в голубятне. Так будет в этом шкафу такой пол. Он сюда еще, видите, он сюда еще вывел. Ой, у тебя сколько лишнего остается. Где ты забетонируешь, Сань? За двором возле ямы. Вот там. Есть, да? Так что вот такая сейчас я подмету вот эту всю грязьку. Хай, Саша, закончи потом уже. Вот я не знаю, что тут. Что-то надо найти. Тень, тени любящие. И тут посажу то, что тень любит.
А ну напишите мне, что любит тень. Потому что здесь и навесик же, тут огурцы будут в тени, что любят расти. Даже какой-то можно кустарник купить. Не-не, актинидию. А такая красота, ребятки. Так что первая часть закончена. Если кому-то надо, готовьте. План вам весь. Вот Ада я показали. А что будет дальше, это тогда будет еще отдельно. Проверим. Да ну тут все, комар носа не подточит. Смотри. Обалдеть. Обалдеть. Эх, не работал ты с Анатолием Григорьевичем, с моим папанечкой. Тот говорил так. Все по глазу. Вот я у него пошла. Я все на глаз сделаю. А мама говорит, Толя, Толя, на глаз насрать. Он говорит, у меня глаз точный, у меня глаз алмаз. Так что, Саша, видишь, все шутки шутками, а вот такая красота вырисовывается. Вы видели такой пищевой стол, который продается в новой линии? Даже уже вот такой, с нержавейки полностью. Просто так станина и вверх. 7 тысяч гривен. Обалдеть вообще. Очень дорого. А Сашуня сделает, так вы не представляете, как оно будет гарно. Ой, задавака ты у меня страшный, Сашуня. Хотела завершить, но решила еще показать кусок. Вот смотрите, Саша доделывает скелет. Вот такие две штучки. Двери вот здесь будут. Одинарные или двойные? Одинарные. Одинарные, да? Раз, о, гусики напишу. Открывать их, Сань. Нифига себе. Сколько ж тут? Вот, смотри. Ну да. Ну, что? О. А может лучше отсюда открывать? Ведро поставить, туда будем. Сюда ж, бачишь, неудобно. Ведро там надо. Ну, чинить. Какая разница? Да? С какой стороны скажешь, с такой. Я забыла тебе сигареты купить, Саш. Поедешь сам купишь. Я забыла просто с этими всеми. Так что вот такой вот ящичек уже Саша сделал. Что ты будешь делать сейчас? Покрасишь, да? Сейчас грунтану, а потом, потом буду крышку лепить. А, сверху крышку. Так, может, давай грунт на нем покрасим коричневым, Сань. А потом, потому что неудобно будет, как ты крышку прицепишь, уже там залазить туда, как в дучку. А, не, у нас же открытые бока, чего нет, все нормально. Короче, вот такой вот стол Саша делает. Видите, все поподваривал. Тоже у него было приживлено, теперь он все поварив, все позачищал. Ну, как хозяин. Хозяин-барин. Вот так. Ну, уже следующее покажу. Это точно уже будет, когда уже Саша поставит крышку наверху, мойку поставит, и потом будет что-то тут делать. Договорились? Договорились. Араб? Нет. Он уже достал мне этот ящик. Да я представляю, как ты ему всякое внимание уделяешь этому ящику, что скоро сам ящик сыграешь. Ай, бог мой, Сань. Тут уже все, кто не прийде, хай міряють уровнем, не уровнем. Все ровно, все хоть так, хоть так, хоть так. Все, мои хорошие. Нема время, надо заниматься делами.